Создание передовой инженерной школы на базе набережной Челнинского института Казанского федерального университета обусловлено заданным миром трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня, непосредственной близости к индустриальным партнерам. Закамье является точкой экономического роста Российской Федерации, а город Набережные Челны – одним из ключевых центров автомобилестроения. На сегодняшний день на первом этапе запланировано создание 30 передовых инженерных школ в России. Следующий этап – это будет еще несколько этапов. В сумме должно быть порядка 100 передовых инженерных школ в России. И, конечно же, очень важно в данном случае, как я сказал, поддержка предприятия. Нашим таким вот индустриальным партнером, передовым производством является КАМАЗ. Мы с ним сотрудничаем, тем более это очень важно, так как одним из условий является обязательно софинансирование со стороны индустриального партнера. Идея создания передовых инженерных школ появилась примерно летом 2021 года. Вопрос создания обсуждался на сессии в Сириусе в Сочи, где Набережно-Челнинский институт КФУ принял участие совместно с ПАО «КамАЗ». Школа будет базироваться на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой современной и технологической инфраструктурой. Пока вышло только положение о совете по передовым инженерным школам и правила. А сама конкурсная документация должна выйти вот где-то, наверное, во второй половине апреля. Мы ждем со дня на день. Я считаю, что вот сегодня, когда к нам применяют такие достаточно жесткие санкции, еще более значимая вот эта задача с точки зрения уже импортозамещения. То есть мы должны создать новое производство совместно с индустриальным партнером, для того, чтобы максимальное количество продукции, высокотехнологичной продукции, производить у нас у себя в России. Инженерная школа должна стать одним из ключевых факторов притяжения молодежи к региону. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры для автомобилестроения и других отраслей высоких технологий. Для этого необходимо обеспечить в университетском кампусе технологичные и комфортные условия для проживания, работы, учебы, отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава. Елизавета Никитина, Универньюз.